конечно, против. Все как было, аэропорт Астаны, пусть так и остается. Зачем менять название? Сегодня есть Назарбаев, завтра нет Назарбаева. Я думаю, и так достаточно. Ну, положительно. Положительно. Ну, все звучит, когда и университет, и школа. Уже привыкли к этому. Назарбаев, аэропорт. Звучит чаще. Ну, я считаю, что нет особой разницы, поэтому ничего особенного, простите. Ну, честно говоря, не знаю даже. Почему бы и нет? Ничего плохого как бы не вижу в этом. Ну, правильно, что Назарбаев это уже у нас лидер же, поэтому можно и назвать аэропорт тоже названием Назарбаева. Даже можно памятник можно поставить ему, я так думаю. У нас как раз слишком уже идейная прям, как бы сказать, приверженность Назарбаеву. Мне кажется, должно быть какое-то историческое название, либо какое-то новое название, которое будет как бы отражать тот путь, который Казахстан выбрал для себя в будущем. А то, как бы, если мы опять назовем Назарбаев, это как будто, ну, такой же путь, как в Советском Союзе, повторим.